Однако здравствуйте, у микрофона снова Лёха, и сегодня мы продолжаем прохождение Dead Effect. Ох, блядь! Не ори на меня, сука! У меня автомат! Я ж тебе ебальник расстрелю, ладно, так, блин, опять чувствительная мышка, очень-очень-очень. Вот что было лучше, пойти туда, где кто-то орал, или пойти сюда, и чтобы орал я? Ладно. Пуш! 4 хедшота просто так вот. Блин, промазал. Один бьет! Он бегает! Он бегает, блядь! Драпай отсюда, сука! Блядь, сука, он еще. Не надо так делать. Дорогие товарищи, не надо так делать. Дай мне шоу. Дай сюда. Нас. Есть еще кто? Кто не ползет? Я могу приседать. Офигеть. Ладно, так, это надо забрать. Забираем. А, гранатка. Забираем. Пиздим дверь. Далее. Так, пистолет возьми. Нет, ну опять! Опять он кинул гранату. Бля, я просто хотел сменить оружие. По-моему, там. Я, конечно, не понимаю, что это, но. А что это? Ладно. Что? Куда дальше? Дальше сюда. Так, сюда. Сейчас приду, всех порешу. Блин, тут Шептунов кто-то напускал вентиляцию. Опа. Это что, мне патрончики так показывают? Ну охуенно, чё? О, блядь! Ползунки! Ползунки! Лежать, сука! Лежать! Нет! Не надо! Нет! Дьявол! Пыщ! Ну в смысле не в голову уже? Все лежат? Все лежат, красавцы. Что мне тут надо? Мне тут надо патроны. Ну что дальше? Ёб! Какой резкий, неожиданный звук. Не надо мне его сюда. Ой, опа. Чё я открыл? А кто пошел? Доктор какой-то. На фрица похож. Оп. Да нет, не надо. Не надо! Вот. Нефиг на меня тут ползать. Есть еще кто? Недогнившие твари. Нет. Идем. Открой. Ну, ладно, не хочешь открывать. А что мне сделать надо? Ага, он сказал, я открою закрытую дверь. Так, дайте мне пистолет. Ну ладно. Я, конечно, сделал это случайно, но очень даже вовремя. Сзади никто не идет, нет? Нет. Используйте лифт. Сейчас используй. Понял. Блин. В смысле ты пушку поменял? Патроны закончились. Не рычи. Перезаряжай. Эй, не шатай. Куда меня шатать? Да, сюда! Обосраться, они на меня прыгают. Блин, я не хочу тратить патроны на автомате. Мне жалко тратить патроны на автомате. На вот таких вот тварей. Там же будет кто-то более грозный, отвечаю. На кнопочки. Ага, это... На пятерку, да? Да, на пятерку у меня автомат достается. Чтобы гранату случайно не взять. Понь! В смысле не понь? Чё, бля? Ты так больше не шути. Так, золотая хуя. А, нет, сейчас поползут. Сейчас попрут, суки, знаю уже. Красный свет, он всегда такой. Чё делать? А? Чё я панику развел? Нету никого. Пиздить дверь, как обычно. Я не знаю, как это работает, но я просто стучу по двери. Нет! Блин, сцена вот эта, там дверь открылась, не подходи, сука! В смысле? Алло? Ёб! Нет! Не ползут отсюда. Вот ты ж, сколько вас! Ну давай, иди сюда, голубчик. Приходи. Нет! Не беги! Ползуны! Сука! Я же знаю, куда они меня кусают! Они ж выше яиц не дотянутся! Сука! Дерьма кусок, так и обосраться можно! Падла поганая! А мне жизни не отняли. Конь! Всем по голове.
Так, она не юзается, идем дальше. Так, эй, еще ползу. Не ползи на меня. Что дальше? По плану. По плану у нас шпонь. Забрать денежку. И идти дальше. Блин, какая громкая музыка. Сука! Я только сделал звук потише, только оторвал руку от мышки. И все. Ёп. Я слышу, как бьется мое сердце. Ну, было бы хуже, если бы я не слышал, как оно бьется. Кто? Я, сука! Нет, нет, нет! Что произошло? Я случайно нажал на Q. Q меня разворачивает на 180. Что происходит? Дверь! Что с тобой? Никого нет. Что происходит? Там что-то шевелилось. Нет. В смысле? В смысле? В смысле? Нет, 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 нет! Не смей! Убери от меня свои грязные гнилые лапы! На! Нет! На! На! Не подходи! Нет, блядь, я сейчас буду кричать! Домогаются! Насилуют! Сука, на! Нет, нет никого, нету! Все, сейчас тебе жопа! Маньяк какой! На! Сука! А-а-а! И патроны закончились! Чё, блядь, пидорасы! Ну давай, иди сюда, иди, иди, я готова. Есть еще кто? Ну, суки, жижку мне сняли одну, целую жижку. Блин, почему я не умею прыгать? Они меня в углу зажмут и все. И потом хоть обосрись. В смысле, блядь, ты ползешь? Не ползи. Нету никого? А, амо. Полная. Лечи меня полностью. В смысле, сука, я все вижу. Откуда поп... Нет никого? Нету. А здесь? На пистолетик? Конечно, на пистолетик. Это хорошо. Пистолетик это я люблю. Пистолетик я прокачал. Он у меня должен быть с полным боезапасом. Везде он должен быть, короче. Ой, на контрол он стреляет. Я забыл. Перезарядить. Есть что-нибудь, что разбить можно? Там ящик какой-нибудь. Там что-нибудь такое. Нету? Ладно. Так, музыки нет, значит врагов нет. Откуда я пришел? Там закрыто, значит мне сюда в любом случае. Так, ну собственно что, наверх. Наверх, значит, вниз. А хуй вниз? Вниз-то мне зачем? Нас, сука. Я знаю, что оттуда кто-то выползет. А, стоп, эта дверь закрыта. И никто не выползет. Чего я панику опять разбил? Что за... Дай. Оп. Бай, сюда. Ребята, кушайте! Не отвлекайтесь! Кушайте! Обосраться. Сзади да нет никого? Нету. Понь. В смысле не понял? Понь, я сказал. Я сказал перезарядка, да. Два патрона. Остались только они. Я. Ну ладно, остался только я. Я красавец, я всех порешу. Не ползет ли никто? Не, ну я возьму как-то автомат на всякий случай. Да блин, не шевели эту дверь, ебану, я паникую. Ой. Здесь кто-нибудь нет? Нет. А там? Я пришел оттуда, значит мне туда. Сзади никого нет? Нет, не поджимают. Идем. На мясо! Всем на мясо! Все умирают? Ведь умирают. Умираешь? Ты умираешь? И ты умираешь? Все умирают. Да, не, я не умираю. Нет, я не такой. Нет. Убери от меня свои грязные, милые руки. Я не такая, не такая я. Я порядочная девушка. Ну, в смысле, я порядочный кто-то, кто хочет выжить. Ну, ладно. Просто сморозил. Немножко с кем не бывает. Не прыгай на меня. Э, ты чё, мертвяк? Острых ощущений захотел? Пожалуйста, сейчас организую, только найду кнопку. Подожди, а какой кнопка электрошокер? Шокер дай, на, сука. Выёбывается еще тут. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть патрончики. Нет, это граната. Граната мне нахер не упала. Ну что поделаешь, гранату дали, значит гранату взяли. Так. Сука. Еще и шокер не подействует. Иди сюда. Да, ё-моё, присядь. Вот.
Шпонь! Блин, не работает. Я хотел бы голову разбить, чтобы она прям вообще разлетелась. Лечи меня. В смысле не лечишь? У меня что, здоровье регенерируется? Ну что, космический росомаха. Хули тут? Опа! Опа! Заметил. Заметил, облутал. Открой. Патроны. Оп, оп. Все, все. Все счастливы. Ну опять ты кинул гранату, сука! Хватит переводить государственное имущество. Куда еще не ходил? Я туда ходил, а сюда? Ну, суки, знаешь, что тут никого нет. Забираем патроны, забираем. Патроны не берутся. Ну чё, идем. Мою пистолету. Открой дверь. На, сука, не открывается. А вот это? А, я оттуда пришел. Открой. Открой. А? Нет никого, да. Я пришел оттуда. А чё тут нет никого? Опа. Опа. Помнишь, говно, вот и оно. Ты чё такой, быдло? Быдло-зомби. Он на меня быкует. А, дверь открыта, да? Ну, окей. Сейчас по-тихому всех разберем. Есть кто-нибудь ползающий? Нет? Нет. Все ходячие. Опа. А что это такое? Галимый пулемет какой-то. Но его разбирать, походу, нет, его не разбирают. А у меня-то пиздить не будет, да? Я так-то спрячусь, ну давай. В смысле он меня стрелял? А, сука, больно! А, я стрельнул. Я случайно стрельнул. Так. А, он не выглядывает из-за угла. Нажал на Q, развернулся. Пью-пью! Гранаты есть? Гранат нет. Откуда у меня гранаты? Пью-пью-пью-пью! Как это голимая турель, если я ее разбираю с пары выстрелов пистолета? Здравствуйте. А ничего, что эта дверь только по кнопке открывает? Нет! Не закрывай меня! Нет! 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 Ползучая угроза! Сука! Дядя! Дядя, не надо! Дядя! Не надо! Нет! Я тебе не дам! Нет, сука! Ладно, хоть никаких других зомби. На! А, так их первым выстрелом всех разносит эта хуйня. А чё я парился? А бензопилу мне не отдали, я так понял, да? Да, красава, хуй. Дали бы лучше патронов на пистолете. Есть что-нибудь? В смысле в этом уголке нет ничего? Ну посраться. Нафиг такие уголки делать тогда, если в них нет ничего? Обида. Открывай. Есть кто-нибудь? Никого нет. Есть что-нибудь полезное? Конечно, есть патроны, которых у меня полно. Возьми. Красава. Ну, хули. Оп. Оп. Оп, все, подбираем. О, на пистолетик. Ну, этого мало, конечно, 12 патронов всего. Ну, окей. Буду всех разбирать шотгам. Слышь, дублю! Пошел вот! Вот! Он пошел! Он пошел! Ау! Больно! Кто меня ударил? Кто ударил? А, это сука харкается! Соплями своими! На! На, естественно! Открой дверь! Открой дверь! Мне нужны пути отступления! Меня харкаются кровавыми соплями, сука! Я тебе сейчас поплююсь! Надо как-то уворачиваться, он в прицеле! Не-не-не-не-не! Оп! 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 Давай! Я подойду ему шокером и... О, шокером, шокером и... Так, ему еще мало не покажется. Чара. Ай, просто так его у меня стрелит. А, этот бегает. Так, ладно, перезаряжу, что мне париться. О, космос. Красивенько. Да. Ну что ж, что мы делаем с тобой? Мы с тобой делаем... Блин, умел бы я прыгать, но я не умею ни прыгать, ни бегать. Вообще бесполезный десант, 15. Интересно, почему это оружие так медленно стреляет. Оно прям все такое из себя. Шокер, пух, и все. Один раз так. Зато валит всех с одного удара. Прям ёбнул и все. Есть еще кто живой? Ну, точнее, не живой, а догнивающий. Никого. Хорошо, открываем дверь. Это финал. Забираем денежку, идем обратно. Забираем патроны, идем обратно. Пистолет перезарядить. Сейчас все облутаю по-тихому. Отсюда вылезет кто-то, нет? Нет.
никто не помнит. А там что? О! Коридорчик, продолжение. Есть кто? Ребята? Опа! Бесполезные какие-то ребята. Открываем. Открываем. Так ведь? Так, красиво. Ну, суки, я же знаю, могут еще поползти. Нет никого? Нет. Все спокойно. Открываем. Еще патроны. Ну, ладно, хоть денежки. А, патроны тоже взялись. Ну, отлично. Идем дальше. О! Четкий прицел такой прям. Черная точка, которую нихуя не видно. Что у нас дальше? А дальше у нас следующий уровень, так? Так. Миссия выполнена, сука. Орел глаз. Орлиный глаз. Это у меня что, заметкость? Точно 69%. Секретные орбы какие-то. А где их надо было взять? Таблетки какие-то непонятные. Кредитов найдено. А чё? А чё? А так нечестно. Ладно, дальше. Окей, что мы можем прокачать? Что мы можем прокачать? Мы можем что-то купить. Смотри, Виапоин. И оружие я какое-то открыл. Я открыл какую-то пушку. Скорее всего, вот эту, да? Я ведь подбирал, я открыл какую-то пушку. И сколько она стоит? 35 тысяч. Урон 90, магазин 20 патронов. А у меня сколько? Урон, сколько? Сколько урон? А непонятно, сколько урон. А, я вот это подобрал. Это мой дробовичок. А сколько тут урон? Пиздосрань. Оружие. Покажи мне мою пушку, которая у меня. Ну сколько у нее? А, нечестно. И непонятно, что делать. Так, давайте... Продать гранатку-то можно? Дайте я ее поставлю, дробовик. Вот, мне как бы его эку. 10 патронов из 50. А здесь? 500 из 500. Нехило. Пистолет. Можно прокачать. Ну, дробовик, в принципе... Не, ну если я его так-то нашел, то надо прям с ним и ходить. Давайте купим патронов. Вот все 50 штук купим. И сюда купим. И апгрейд. Можно прокачать магазин. Да, это прям необходимо. И время перезарядки, да. Это прям вообще самое важное в дробовике. Урон у него и так неебически огромный. А следующую миссию мы начнем в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.